Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я могу делать все, что пожелаю, и у меня все удачно сложится. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодняшний день удачно сложится. Ну а теперь уникальное послание на 21 декабря. Преодолеть смятение. Если сейчас перед вами стоит непростой выбор, решиться на который вы пока не можете, то значит, настало время сделать несколько шагов назад. Когда мы напряжены и не можем совладать собой, переживаем и не можем принять единственное верное решение, на сердце нарастает тревога. Это состояние губительно для души человека, оно не дает жить полноценной жизнью и заставляет концентрироваться исключительно на тревожащей проблеме. Если вам предстоит выбрать между тем, к чему лежит душа, и тем, что, по вашему мнению, вы должны делать, то постарайтесь мысленно отстраниться от ситуации. Вы можете сделать шаг назад, либо просто остановиться и временно не принимать никаких решений, дав Вселенной возможность вывести вас на дорожку к верному выбору. Не бойтесь выбрать то, чего желаете именно вы. Боясь обидеть кого-то и принимая решение не в свою пользу, вы предаете себя. Отдохните, расслабьтесь, дав себе немного времени на то, чтобы ситуация разъяснилась сама собой. И если ваше решение не совпадает с желаниями других людей, не вините себя. Вы сделали правильный выбор и должны следовать зову своего сердца, а окружающим ничего не остается, как принять ваш выбор. И в течение всего дня обязательно проговариваем такие слова: «Я уважаю себя, а окружающие уважают мой выбор». Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что вокруг вас будут только приятные для вас люди.